Всем привет, друзья, с вами TeamPos, и мы продолжаем играть в игру Great Conqueror Rome, и на очереди у нас новая кампания под названием Sicilian Rebellion за Рим Октавиана, и первая миссия Landing in Sicily. И перед ее стартом хотел бы сказать пару слов о кампании, побочной кампании гражданской войны освободителей за Римскую Республику. Вот третья миссия, морская. Ребят, я думаю, что я ее никогда не пройду на самом деле. Ну, то есть, я ее могу пройти, но с помощью дополнительных генералов и не знаю, что тут нужно делать. Короче, пару слов о ней перед стартом просто вынужден сказать, потому что, мне кажется, я просто никогда к ней не вернусь больше. Ну, бесит она меня нахрен. Короче, у меня было две попытки ее прохождения. Я их обе выкладывать не стал, потому что не хочу как бы тратить на это время. В чем смысл? Первый раз, когда я в нее играл, я просто рандомно, как бы, без каких-нибудь тактик особых, просто уничтожал корабли, и в финале я настрелял 21 фраг из 24. Ну, как бы, почти получилось. Я такой подумал, что, блин, а вот, может, если посмотреть, ну, стратегию, которая нам предлагается, то будет какой-то другой эффект. И я глянул, вот, что нарисовано на главной картинке. То есть, заходить, что, мол, с юга-запада будет идти флот, некий караван, нам нужно его здесь блокировать, уничтожить. И будет все у нас замечательно. И в самой битве я решил этим воспользоваться, этой идеей, нападать на идущие флота противника, потому что они действительно двигаются из моря и высаживаются на берег. То есть я вначале окружил этот корабль, ну и по очереди их уничтожил. У противников упала мораль, и я подумал, что, блин, вот шикарно вообще. Как бы все, то есть я атакую, а противники не могут дать контратаку, потому что у них, ну, очень низкий моральный дух. Я решил, что, блин, миссия, короче, все, мы ее затащили. Ну, не тут-то было, потому что, несмотря на то, что мы сделали все по сценарию, по скрипту, заложенному в миссию, в финале я настрелял только 14 фрагов. Ну, то есть, в первый раз, когда я все делал от балды, когда в середине миссии у меня, у моих войск упала мораль, очень сильно прям просела у всех, из-за того, что эти ребята высадились на берег. Я настрелял 21 фраг из 24. А во второй раз, когда я все делал по скрипту, и у противников упала мораль, я несколько флотов вынес просто, скажем так, без какого-либо ответа. Я настрелял 14 фрагов, то есть на 7 меньше. Я не знаю, как это работает. Это какая-то рандомная миссия, я ненавижу морские сражения, я в них ни хрена не понимаю, тут нет никакой тактики. Абсолютно. Потому что это равные юниты против равных юнитов. Тут нету превосходства тяжелой кавалерии над легкой пехотой. Нету превосходства, не знаю, там, бронебойных лучников против... Ну, тут просто стенка на стенку. Я не могу в такие миссии играть. Я ее никогда не пройду и не буду проходить нахрен. Все, я все сказал. Переходим к Sicilian Rebellion. Первая миссия, я надеюсь, что мы ее пройдем. Нам предлагается два варианта. Первое — это помогать Октавиану или помогать Липиду. Давайте рассмотрим оба варианта. В первом случае мы будем высаживаться с севера, то есть из Италии вместе с Октавианом. Второй вариант. Это мы будем атаковать с юга вместе с Липидом. Давайте с Октавианом. Как бы Липид, он... Блин, ну лучше Октавиана, что? Помогать Октавиану, да. Потому что Октавиан сильнее, если он у нас будет под контролем. Это вообще замечательно. Было бы. Ну да, это абсолютно разные миссии, насколько я понимаю. Наша цель — захватить 4 города. И желательно это сделать за 12 раундов. 4 города. Угу. Блин, не люблю десантные миссии. Так, ну смотрите. Я думаю, нужно начать с пиратов. С Помпея. Или кто это? Не знаю, кто это. Поплыли, наверное. Лимит позволяет нам нанять еще один отряд для Октавиана. Мы это сделаем, естественно. И высаживаем его на воду. Спускаем на воду. Отряд пехоты у нас вот тут еще имеется. Легионеры, надеюсь, сворсманы. Плохо. Это плохо. Так, лимит у нас 44 из 44. Эта штука вкачана. Блин. Ну и что предлагаете мне ждать? Это же казарма, правильно? Это казарма. Но я не смогу здесь нанять, потому что мне лимит не позволяет. Я, наверное, ничего не могу построить. А, мне денег даже не хватит. Ладно.
В таком случае нет смысла ждать. Ставим сюда Павлика и тоже его высаживаем. Ну, это нам предоставили выбор, кого улучшить. Пехотного отряда, либо Октавиана. Ну, естественно, Октавиана. Как бы тут не обсуждается. Дальше. Кто у нас из лучников? Джавелинеры. Боманы. Плохо. А это? Скажите, что? Пожалуйста. Отлично. Хоть один отряд есть. Ставим Митридата. На вторых лучников Октавиана. Главное в них не запутаться. Теперь кавалерия. Who is who? Тяжелая кавалерия. Отлично. Ставим Армения. А это легкая или тяжелая? Наверное, легкая. Это легкая. Ставим Комия. Все. Расстановочку сделали. Можно приступать. Как будем действовать? Я так не люблю с моря вот эти все манипуляции производить. Надеюсь, мы сейчас не встретим сопротивления и сможем спокойно себе высадиться. Очень это надеюсь. Просто подплываем к берегу. Да твою мать. Не хочу атаковать его. Отстаньте. Мотивация. Тренировка. Пока тренировку вкачивать не буду, я думаю, мотивацию буду пока вкачивать. Сможем атаковать его, не сможем. 115-47. Ну, блин, так бы без ответа мы сыграли. Так, еще дамаг получаем. Ой-ой-ой, ну отстаньте. Не хочу, я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Фу-фу-фу. Отвалите от меня, пожалуйста. Ой, я опять, как я тупо поступил. Я не увидел, что можно высадиться. Да что ж ты будешь делать? Так, давайте вынесем конников. 45. Лучники. 76. Блин. Обидно. Так, давайте здесь тоже на лучников нападем. 89. Минусуем, хорошо. О, у меня, блин, пехота-то незащищенная. Надо ее очень аккуратно здесь вести. По краешку прям, так, мотивация. Давай Армению мотивацию вкачаем. Все, высаживаемся, давайте по-быстрому. Отстань, отстань, отстань. Не до тебя сейчас. Откуда вы здесь взялись? Лучников сюда. Отлично. Один отряд высажен. Пехоту. Надо срочно высаживать пехоту. Она не защищена никак. Отлично. Так, 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 так. Смотрим внимательно. Подводим Октавиана. Надо вынести отряд лучников, мне кажется. 145. Добьем. Very good. Еще один отряд высажен. Замечательно. Так. Теперь. Попытаемся здесь высадиться. 99, 79, моральку вкачаем. Давай Октавиана. Ой, я же не всеми походил. Митридат. В атаку. 93, 107. Надо Мессину захватывать. Пожалуйста, скажите, что могу садиться. Замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж так тяжко-то? Хватит меня прессинговать. Задрали. А форс-марш у меня есть, кстати? О, кстати говоря. А я его профукал, да? Потому что мотивацию использовал сейчас. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Надо вынести вот этого паренька. Пока он нас не вынес. 130. Пожалуйста, добей его. Обидно. Сто девяносто восемь. Замечательно. Хорошо, что это можно было сейчас отменить. Это я сейчас случайно класснул. 67. Дальше. Пехотный отряд. Давайте подведем к городу. Ой. Вот этого я не учел. Так, надо убить
сперва пехотников, чтобы они нам мораль не понижали нашему отряду. Отлично. Хорошо. Так, надо оба города захватывать, потому что союзники нам, конечно, не очень помогут. Так, ну по идее, здесь без проблем. Делаем захват. Можем улучшить город? Не можем. И снова жаль. Лучше бы смогли. Так, у нас есть форс-марш, если что. 188. Так, давайте добьем. Ребят, чтобы глаза нам не мусолили. Ой, а зря я Коми сейчас направил в атаку. Потеряем генерала. Обидно. Так, сейчас, возможно, форс-маш использую для захвата города. Митридат. Октавиан очень мало наносит урона, прям... Прям вообще не то. Ну и используем форс-марш, да, для захвата города. Хоть так. Все, у нас плюс 2 города. Это хорошо. Это неплохой старт. У нас остается еще... сколько? 15 ходов. Это чтобы на одну звезду, если... 7 ходов для двух городов. Ну, вполне выполнимо, наверное. Но я, опять-таки, не знаю, какие здесь... Силы у противника нас ожидают. Ладно, делаем ход, смотрим, что делает враг. Мне не нравится, что они меня с моря продолжают штурмовать. Ну, как бы, какого хрена? Прекращайте. Это не смешно. О, стрельбище. Отлично. Митридата отсюда уводим. Мотивация... Ой, мораль у нас повысилась. Здесь улучшаем... Плюс отряд делаем Октавиану. Ставим легкую пехоту. Я думаю, что противник не должен город захватить. Хотя, черт его знает. И улучшить тоже не можем город. Жаль. Что это у нас за строение такое? Resident Area. А, оно мне нужно. Количество солдат увеличивает. Оно мне необходимо. Так, ты давай сюда. Октавиан, Октавиан. Так, пехотный отряд. Надо бахнуть по нему, пока он на воде. Нормальный урон. А то высадиться будет проблема. Так, у тебя есть какой-то водный транспорт? Есть. Давай окружим тогда. А здесь построим легкую пехоту. 57 с 259. Замечательно. Какой у нас доход? 213 заход. Замечательно. Доход хороший. Доход очень хороший, мне это радует. Что на юге? Это опасно на самом деле, то, что тут происходит. Надо отбиться, значит, вначале. Вначале придется отбиться. Перед тем, как продолжим штурм. 143. Хорошо, минус вражеский генерал на лучниках. Так... Откуда вы тут беретесь, такие красавцы, а? Откуда вы тут беретесь? Чего я тебя не добил? Эх! Обидно. Давай выносим пехоту. Высаживаемся, выносим лучников. Замечательно. Оп-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Митридат. Митридат. Противник здесь строит стрельбище. Давайте это строение разрушим. Ой, а что я не использую? У меня очки тренировки еще есть. Мораль есть. Что-то забыл совсем про нее. Про них. Дестрой. Давайте разрушим это здание. Можем что-то поджечь. Форс-марш есть, кстати. У меня есть форс-марш. Давайте нашего Октавиана мы продвинем вперед.
Ну, хоть как-то. Делаем ход. О! Отлично, торч. У меня даже такого нету. Не знаю, что это. Надо захватить точку. Но ее чуть позже. Да откуда вы беретесь? Слушайте, бесите уже. Я не могу в контратаку из вас пойти. Восемьдесят шесть. 114, 161. Тридцать три. Так, здесь атакуем. Надо от него быстрее избавиться. Вот вообще не круто, что меня продолжают здесь атаковать. С моря. Они моих генералов просто блокируют. Тренировочка. 105 40. Давай еще раз. По кавалеристам. 97-44. Делаем ход. Пупуру. 93. 88. Сейчас нас добьют здесь нахрен. Атакую лучников. Наем легкой пехоты. И отбиваемся. Бескреативно. Весьма. Что ты меня здесь окружил? Кохрена. Мотивация. Тренировка. 131. 180. 104. И не добит все еще. Зашибись. Так, опасная ситуация. Давай, Армини, ты можешь. Молодец. Тебя отсюда, короче, увожу. Может, где-то еще пригодишься. Так, Октавиан. Тут нанял, тут нанял, тут нанял. Нанял, значит, можно и Октавиану четвертый отряд добавить. Заслужил. Так, скоро уже сможем отсюда уйти, я думаю. Но если опять не появятся еще дополнительные отряды, то уйдем. Надо этот город срочно захватывать. Потому что я чувствую, что все. Мы пригораем. Мы у нас... Форс-марш есть, кстати? Отлично. Я думаю, сейчас... Блин, тут генерал. Твою мать, этот... Секст Помпей, да? Он сильный, нет? По-моему, это вообще морской юнит. Ну да. Такой более морской. Ну, в принципе, есть шанс. Сколько у него хп? 402 хп. Ох, давай, пусть мне повезет. Двойной удар, пожалуйста. 67. 66. Ну, блин, форс-марш даже жалко использовать, но... Надо. 54. 98. А-а-а! На следующий ход, может, захватим. Делаем ход. Генерала выносит нашего? Нет, генерала жив. Паша. Павлик живее всех живых. Вы глядите на него. Так, мораль Октавиану. Она ему сейчас очень нужна. И еще раз. 110. 125. 86. Добей. 61. Да! Мы добиваем, блин. А вот сейчас знаете, какая проблема может быть? Тут есть город третьего уровня. Это хорошо, но... Пусть у меня, пожалуйста, Армения выживет, пожалуйста. Не трогайте Армению.
Так, плюс. Плюс. Тут отбиваемся. Тебя, наверное, мы не добьем. Элитные пираты. Так, защищаемся тогда. Октавиан. Мне кажется, отобьемся здесь уже, нет? Как думаете? Давайте я Октавиана уведу отсюда. Потому что тут, мне кажется, более опасная ситуация. 86. Тренировка. Давай сюда. Тренировку качаем. Отлично. Хорошо. Не будем ругаться. Так. У нас здесь только конюшня или стрельбище тоже есть? Есть, но второго уровня. Я не хочу терять Митридата. Это точно. О! Вражеские ребята агрятся сейчас на центральный город. Это интересно. 169. Давайте улучшим тогда. 150 будет нам стоить. Тут наймем еще отряд сворсманов в центре. Митридата мы уводим. Митридата, куда нам увести Митридата, чтобы его не убили? Пожалуйста. Давайте тогда местами поменяем их. Но, блин, все равно же добьют, твою мать. Сейчас, надо так поставить, придумать. Чтобы не добили. Вариаций немного. Ладно, давай лучше Павлика потеряем. Если чё. 268 здесь морально надо вкачать. Арминию. Давай, покажи класс. Еще удар. Стой на месте, прошу тебя, не двигайся. Тренировка. Тренировка, тренировка. Ну, давайте здесь этим ребятам будем качать. Подожжем тебя. Отлично. Это очень хорошо. У нас еще 7 ходов. Еще есть куда разгуляться. Плюс отряд. Сможем приплюсовать, сколько получения стоит. Идеально. Так, давайте здесь... Проведем атаку. Ой, не надо было этого делать. Октавиан. Добьем? Добьем. Это хорошо. Так, доход у нас 364 монеты. Вот если бы еще мы здесь их не тратили, было бы вообще замечательно. 395. 14 ход. Так, избавляем себя от нужды пополнять здесь отряд. Здесь не надо сейчас пополнять. Дальше Митридату плюс 1 делаем и ведем его вперед. Теперь пехотника. Плюсуем. Октавиана выводим вперед. Возвращаем Армения. Вот, хорошо. Хорошо идет. А сворсман пусть стоит здесь. У нас еще 6 ходов. Но я думаю, что за 6 мы должны справиться. Город 4 уровня. Должны справиться. Тренировка. Мораль. Огонь. Горит уже. Гад такой. Так. Ну, 1-1 ты должен... Должен справиться. Куда тут корабль уплыл? Плюс отряд. Переводим. Плюс отряд. Переводим. Все. Ну, с такими силами мы можем с противником еще бодаться, я думаю. Ох. Это легкая кавалерия же, да? Рейдеры. Ну да. Это легкие ребята. 166. Здесь норм. Вводим тогда
спортсменов. Тренировочку даем. Здесь уже вкачанный максимальный уровень. Давай здесь на всякий случай тренировку. Мораль Арминию. Делаем ход. Так, что здесь? Плюсуем. Здесь нормально, нормально. Надо окружать противника. Замечательно. Так, вот из краю, и сюда. Здесь не горит. Теперь раздача тренировки. Мораль. Хорошо. 184, остается 16. 53. Добиваем. 93. 327. О, хорош. Атакуем город. У нас есть дестрой. Используем. Используем Арсен. Не можем поджечь город уже. Окей, у нас есть форс-марш. Давайте мы форс-марш еще используем. Подводим Митридата. 53. 105. Замечательно. Я на всякий случай здесь поставлю отряд. Мало ли, случаи разные бывают, как говорится. Раз деньги у нас есть, то почему бы этим и не воспользоваться? Продолжаем атаки на город. Используем дестрой для этого строения. Ставим сюда Октавиана. И фигачим противника градом стрел. 103. 114. Почти. Почти у нас получается. Давай город разрушим. Замечательно. Добиваем противника, но, к сожалению, второго хода у нас нету. Ну, по идее, должно все сложиться хорошо. Поджигаем город. Даем мораль еще кому-нибудь отряду. Даем тренировку. Ну, на юге здесь уже без разницы, на самом деле. Ну, кто? Пехотнику дадим тренировку. На всякий случай пополняем. Нет, не можем пополнить. 65. И добиваем. Хорошо. 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 Ну, в принципе, уверенно. Уверенно движемся. А, кстати, у нас на две звезды хоть идем. А, более чем. Более чем. Ну, и здесь легкая пехота нанятая. Ну, это как бы... Это как бы несерьезно. Все, друзья, победка. Две звезды. Первая миссия Sicilian Rebellion пройдена. Я не могу сказать, что она слишком сложная, но, по крайней мере, вот тот вариант, который выбрал я. Игры именно за Октавиана, то есть помощью Октавиана. Возможно, если бы мы играли за кого? Сейчас посмотрим. За Липида. Давайте сейчас глянем, как он выглядит. Асис Липидус. Сейчас просто посмотрим. Ее тоже, кстати, можно пройти. Дополнительные медалики. Мне просто интересно, что здесь происходит. Так, у нас также 6 отрядов, то есть ситуация абсолютно зеркальная, но здесь у нас на коннице уже есть Липид, то есть у нас нет возможности поставить нашего конника, а Липид, насколько я понимаю, он слабее, ну, естественно. Хотя у него здесь, знаете, есть какие-то перки дополнительные. Хм. Интересно. То есть также цель наша... А, здесь цель убить 6 юнитов. Ой, не, я такое не люблю. И городов здесь больше. Не-не-не, ребят, я доволен, что мы выбрали тот вариант, который мы выбрали, потому что это что-то хрень какая-то. Убивать юнитов сложнее, чем захватывать города, потому что юниты не мобильны, они могут перемещаться и могут прятаться. Как показывает практика, иногда это очень, очень плохо. Да они прячутся. Ладно, на этом тогда серию закончим. Я рад, что мы победили. С вами был Тимпос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И до новых встреч, друзья. Всем спасибо, всем пока и удачи.